Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 18 декабря 2017 года. В преддверии Нового года я беру на себя обязательства. Я, Серов Вадим Юрьевич, присягаю на верность своей цели – создать юридическую компанию «Право на защиту». Обязуюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы достичь цели к 1 марта 2018 года. Обязуюсь до 1 марта 2018 года заработать 100 тысяч рублей. В случае, если цель не достигнута, я передам свой автомобиль Jeep Grand Cherokee Шульженко Дмитрию Николаевичу. До новых встреч!